Хотим продемонстрировать вашему вниманию работу станка лазерного гравировально-режущего серии Эконом. На данном станке установлена лазерная лампа CO2. Имеет размер рабочего поля 900 на 1200 мм. Управляется системой РУИДа. Сейчас сделаем небольшую гравировку и небольшую окантовочку с чуть большей мощностью. Так что не переключайтесь. Провели тестовую гравировку и обход по контуру с большей мощностью. Вот такой вот надписи. Гравировка выполнена на определенной мощности, чтобы создать эффект небольшой выборки. Если вам, надеюсь, что вам видно на видео, то есть имеет углубление. Далее это углубление можно заполнить цветной пастой, либо же оставить так. То есть кому как будет удобно. Всех с новым 2018 годом, годом земляной собаки. Удачи в новом году!